Всем привет, с вами Леша, это канал «Хочу жить». Здесь ролик обо мне короткий, а мы не будем останавливаться и поговорим сегодня не совсем про алкоголь, но ролик очень важный. Как заснуть, если в голове полно мыслей? Поехали. Допустим, перед сном, когда вы только закрываете глаза, вам в голову лезут различные мысли. Завтра предстоит какая-то важная встреча, какие-то дела по бизнесу, кто-то очень важный, кто-то приезжает, с кем вы давно не виделись, или кто-то важный какой-то человек. А возможно операция, вот как я лежал недавно на операции, и у меня сосед по палате, ну по койкам сосед, вот он очень нервничал. Правда, я не заставил, когда у него операция была. Но потом он очень нервничал по поводу своего шва. Там, но он ведь не понимает, как там, что должно быть. Он говорит, я знаю, я читал, я вот знаю. И врачу пытался что-то объяснить. Я говорю, ну куда ты лезешь? Зачем ты учишь врача? Врача там тысячи операций, и он знает лучше. Но нет, он пытался ему что-то объяснить. Я говорю, это у тебя в голове все. Вот я ему объяснил этот метод, и он ему помог. Также вы думаете о работе, о детях, о родителях, о том, что цены растут, о том, что жизнь тяжелая, о том, что делать, как быть. О жене, о муже. Вдруг она мне изменяет. Вдруг я ее видел с другим, с кем-то, я его не знаю. И все, мозг включает глобальную работу. И за эти блуждающие мысли отвечает дефолт системы мозга. Она будет крутить, крутить, крутить до самого утра. И лишь под утро вы заснете. А вам с утра на работу. И всю ночь у вас крутились мысли, и вы не выспавшись. И вы, не выспавшись, идете на работу. И вот от этого у вас и нервяк, и стресс, и нервные срывы. От этого многое. Сейчас расскажу, что делать. А делать следующее. Где-то за час до сна выключите всю технику. Телевизор, компьютер, ноутбук, радио, телефон. Все, чтобы ничего вас не отвлекало. Выключите все, кроме света. Или можно включить ночник, чтобы свет был такой приглушенный. Но это не обязательно свет. Возьмите листочек, возьмите ручку, что-нибудь твердое подложить, на чем писать. И минут 20-30. А лучше, чем больше, тем лучше. Сидите и думайте. Можно закрыть глаза и думать все, что приходит в голову. А вам будет приходить в голову минут через 5, да может быть и сразу. Будет все записывать, абсолютно все. Все, что приходит в голову. Выписывайте все на листочек. Из головы переносите на бумагу. Пусть у вас будет это не в голове, не в дефолт-системе мозга, а на бумаге, на листке. Это тоже ваши мысли, но они перенесены на бумагу. Вот в чем смысл. И вы уснете, вам легче будет заснуть. У вас будет пустая голова, пустая дефолт-система мозга. Пустой мозг, ничего там не будет, никаких мыслей. Главное, не смотрите телевизор. А вот то вот мой сосед по палате, он все это сделал, как я ему порекомендовал. Но он посмотрел телевизор на ночь перед сном. После того, как все записал, он сделал глубочайшую ошибку. Этого ни в коем случае нельзя делать. И он посмотрел, еще додумался, новости. А в новостях, сами знаете, что показывают в последнее время. И вот ему это приснилось все. Это было ужасно, конечно, ну как он рассказывал. Но он говорит, я рад тому, что мне не приснилось то, о чем я думал. То есть ему помогло это, ему не приснилось вообще ничего. Ни про операцию, ни про там рану, ни про врача, ничего. Он сам офигел, как так? Я ему говорю, вот так. Ты перенес свои мысли на бумагу из головы.
Они вот лежат на тумбочке, они твои мысли, но просто их у тебя нет в голове. Они вынесены с головы на бумагу. Так же вот и вы можете, вот ваш мозг сейчас, если вы бросаете пить или бросили пить, нервная система измучена алкоголем. Алкоголем, нервяками, стрессами различными. И стресс на работе, стресс по жизни, стресс в семье. Все это давит, все это накапливает мысли кучу. И вам надо как-то от них избавиться. Куда-то их перенести, потому что они будут гоняться в дефолт системе мозга. Они не уйдут никуда из головы. Они так и будут крутиться по кругу. И вам это не будет давать спать. Также я своей маме говорю, вот выпиши все. Но она говорит, не буду. То есть она не хочет решать проблему. Я так решил эту проблему. Я когда бросал пить, было тяжело. И сны ужасные снились. И мысли, я не мог заснуть. Часа по два я не мог, а то и по три. Я лежал, ворочался, думал о том, о сём, все в голову лезло. А потом я сделал так, как я говорю. Я выписал все. Я прочитал это в книге. Книга про мозг, про психологию. И вот я прочитал это, выписал, сделал как-то написано. И все, я уснул как младенец. Я так давно не спал. И все, и больше у меня нет мыслей этих. И теперь, если что-то вдруг появляется, я сразу же выписываю. И сплю спокойно. Так же и вы попробуйте. Это поможет. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите свои комментарии. Всем пока.